Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику. 211-50-30. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. Ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. В нашу эпоху, когда мода допускает разную длину и цвет волос, на первый план выходит вопрос качества. Именно поэтому парикмахерская индустрия так много внимания уделяет салонным процедурам и домашнему уходу. Один из вариантов поддержания объема и блеска в самом начале выпуска. Те, кто продвинут в вопросах салонного оздоровления волос, знают, что одни процедуры создают лишь эффект каленых локонов, другие на самом деле ухаживают за кожей головы и волосами. К последним относится инновационная технология премиум-класса «Керосилк молекула красоты» от Goldwell. Сейчас очень важная тенденция в мире идет на здоровые волосы. Салонные процедуры включают в себя не просто нанесение продукта, но и также мастера делают и выполняют всевозможные массажи. Массажи не только кожи головы, но массажи и самих волос. То есть это новая инновация, да, не просто нанести продукт и распределить, но и также внедрить эти вкусные полезные ингредиенты, которые есть в этих сегментах, в этой линейке, именно прям волос. Поэтому это помогает еще и способствует именно проникновению. Систему «Керосилк» совсем недавно привезли в Челябинск. Эта премиальная линейка есть лишь в нескольких салонах Москвы. Молекула красоты работает с волосами в 7 направлениях. Кроме исходного состояния, можно также учитывать и пожелания. Сделать ли акцент на плотности или необходим объем. Сегмент Color – это отвечает за то, чтобы клиенты получали очень сочный, красивый цвет во время окрашивания и также поддерживали этот цвет в домашних условиях. Сегмент Control отвечает за то, чтобы получить контроль над волосами. Он будет идеально подходить для клиентов, которые имеют пушащиеся волосы, очень пористые, и клиенты, которые постоянно пользуются утюгами и фенами, да, которые постоянно хотят выпрямить волосы, разгладить структуру волоса. Линейка Reconstruct – это самая серьезная линейка. Она создана для тех клиентов, у которых есть волосы достаточно сильно поврежденные. То ли химическим процессом, то ли механическим процессом. Но он работает уже, этот сегмент, очень глубоко в структуре волос и делает волосы очень насыщенно, питает кератином и таким ингредиентом, как гиалуроновая вуаль. И есть сегмент Repower, он разделен на два сегмента. Это сегмент Volume, все отвечает за то, чтобы создать идеальный объем на тонких волосах, чтобы клиенты после этой процедуры в домашних условиях делали очень легко укладку объемную. И сегмент противопадения, Anti-Hair Loss, это сегмент, который включает в себя некую систему домашнюю, которая состоит из шампуня, из профессиональных сывороток и специального спрея для того, чтобы сделать некую систему и сократить выпадение по каким-либо иным причинам. Как уже не раз отмечали топ-стилисты самых разных парикмахерских брендов, ни одно суперсложное окрашивание, ни одна качественная стрижка не будут смотреться достойно на нездоровых волосах. Действует этот закон природы и в обратном направлении. Часто после профессионального ухода необходимость перекрашиваться или менять форму попросту отпадает. Для своих волос получилось сегодня все, что им не доставало. Это вот гладкость, это объем, это плотность, шелковистость и мягкость. То есть все, что нужно было мне. Во-первых, они были непослушные и в укладке были очень трудоемкие. То есть приходилось использовать несколько продуктов, которые придавали там гладкость, объем, а здесь все в одном, и то, что процедуру я провела в салоне, дома, возможно, только шампунь и кондиционер, и то есть действие длительное будет. Так как у меня волосы сухие, мне предложили контроль, чтобы не утяжелить их, и объем мне особо тоже не нужен. И как сейчас по ощущениям, мне кажется, что волосы уплотнились, их стало как будто больше, потому что у меня их на самом деле очень мало. Мне очень понравилось, процедура занимает всего, то есть лечение 10 минут, гладко минут 30, то есть все, в принципе, сейчас можно ложиться, и очень удобно и комфортно процедура. Первое, что было, легкость и эффект, конечно, такой какой-то свободы и
движение и волосы, это как он называет. Конечно, окрашенные волосы дают свой этот, как он называет, эффект тяжести, да, вот сейчас его нет абсолютно. Укладка действительно занимает меньше времени, да, и мне, конечно, дома будет сподручнее это побыстрее все сделать, потому что всегда хотим все быстро, чтобы быстро все ложилось и так далее, без эффекта. Вот, в принципе, этот контроль, я думаю, что буду использовать тоже дома. 7 сервисов «Керосилка» – это как 7 нот в музыке, с помощью которых создаются самые разные вариации ухода. С таким потенциалом можно сколько угодно экспериментировать с длиной, цветом и формой укладки. Процессы, которые происходят в модной индустрии, в последние годы не скрывают от общественности. Как создаются коллекции, как они попадают в магазины и фирменные бутики, из чего складывается их стоимость и кому выгодны распродажи, все это и многое другое узнали зрители так называемого закрытого показа. В их числе оказалась и журналист Beauty Time Элина Ахметшина. Сегодня как никогда актуален интеллектуальный подход к моде, который состоит из множества аспектов, один из которых – преследовать не количество, а качество. Этому и был посвящен закрытый показ фильма «Реальная стоимость моды» от проекта «Long Fashion Weekend». Миссия LFW Team – это продвигать фэшн-индустрию в городе. Мы пробуем различные форматы. Сегодня мы собрались в небольшом кинотеатре, где мы показываем фэшн-фильм. Пришли все модники и супермодницы нашего города. Для нас было очень важно показать его, чтобы моду мы воспринимали не только как что-то красивое, но и как индустрию, которая захватывает и захватывает и захватывает все больше людей и учит их не думать. А мы хотим, чтобы мы думали, правильно оценивали, носили и включали свои мозги, простите. Конечно, есть сейчас в Германии, в Франции как бы промышленность очень развита, и там механизировано все, то есть, но не в южных странах, не в Азии, где дешевая рабочая сила, и там, где люди работают по 18-20 часов в сутки. То есть, и за счет этого у них как раз снижается себестоимость товара, и за счет этого мы получаем в готовом виде уже в масс-маркете за 300-500-600 рублей футболки. Естественно, если так разобраться, то этого не может быть, с учетом того, что если метр ткани, грубо говоря, будет стоить в магазинах, мы видим, да, 200-300 рублей за метр. Один из способов не поддаваться маркетинговым стратегиям масс-маркета, а именно фаст-фэшену, по мнению авторов проекта, это отдавать предпочтение отечественным дизайнерам. Потому что в масс-маркетах чаще всего это, конечно, плохое качество ткани, плохое качество пошива, и еще это стоит сейчас не так дешево, как нам раньше казалось. И для нас главная идея – это вернуться снова к сути вещей. Вспомните вещи, которые носили наши бабушки. Их можно было одеть и сейчас, и они носились и носились. А фаст-фэшн нас приучил к тому, что, как любой маркетинг, что мы вещь купили в этом сезоне, в следующем сезоне она уже негодная, ее невозможно носить, потому что она потеряла форму и просто свою актуальность. Конечно, предложенная точка зрения в фильме – лишь одна из. Существует и такая, что страны третьего мира просто нуждаются в работе, предлагаемой вещевыми конгломератами. Но радует другое, что сегодня актуально во многом разбираться и делать выбор осознанно. И это относится в том числе и к одежде. Территория тайского спа представляет. Только этим летом скидка на все виды массажа 30%. Территория тайского спа. Улица Российская, 206, телефон 223-23-20. Имидж-клуб «Светлана» представляет. Фестиваль детского творчества. Хореография, мода, театральное искусство. 22 июня. Дворец пионеров имени Крупской на Алом поле. Партнеры проекта – Сады России, Лига джентльменов, производственная фирма «Вера», рекламно-производственная компания «Скайлайн». Подробности на сайте svetlana74.ru. Цветочная мастерская «Экзотик». Последние тенденции флористической моды. Букеты и композиции для выражения ваших чувств. Оформление свадебных церемоний, дизайн интерьера и экстерьера. Галерея цветов на Труда, павильон 3. Телефон 777-10-11.
Работаем круглосуточно. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей европейских дизайнеров, собранных в актуальные комплекты. Институт цвета Pantone ежегодно представляет десяток модных оттенков сезона, выбирая которые, точно будешь соответствовать тенденциям моды. Но есть и еще одна концепция – использование базовых цветов, которые, с одной стороны, не являются остромодными, но в то же время не теряют актуальности. Применительно к летнему сезону это прежде всего белый во всех своих оттенках. Дополняет его бежевый, однотонный или с принтом. Этот цвет востребован в теплое время года, как альтернатива буйству ярких красок. К базовому оттенку делового гардероба стилисты причисляют темно-синий. Его светлый вариант голубой в летних коллекциях уместен в основном в стиле casual. Базовыми все эти цвета прекрасно сочетаются как между собой, так и самыми разными по тону и насыщенности оттенками. Обычно в это время года душа тяготеет к светлому и яркому. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Подготовка к Music Star Kids продлилась около полугода. На пути к финалу были преодолены два кастинга, и лучшие вокалисты региона, их оказалось 17, стали участниками торжественной церемонии. Мы постарались сделать все для того, чтобы ребенок пришел к нам на проект и получил максимальное удовольствие вот от всего происходящего. От подготовки, от финала. От того, как от общения с другими финалистами. Собранные участники проходили репетиции с оркестром, съемка профайлов, интервью. Ну, все это сопровождалось волнением, эмоциями, конечно же. Номинантам детской премии представилась возможность выступить с живым симфоджазовым оркестром, в составе которого 30 музыкантов. Эти незабываемые эмоции и профессиональный опыт уже стали для них своеобразной победой. Приняли решение, что дети должны уже, независимо от возраста, но главное, если у них есть талант, они должны солировать уже с такими серьезными музыкантами. Для них это действительно очень большой опыт. Сегодня публика сама выберет понравившегося ему исполнителя, а также гран-при, поездка на творческий взлет в студию Игоря Крутого в Москву. Хоть и большинство участников церемонии уже имеет сценический опыт, такое масштабное шоу в их жизни оказалось первым. Чувство волнения юных артистов сменялось на драйв. Я первый раз так спела, потому что на репетициях я думала, что ничего не получится, а потом взяла себя в руки, и у меня все получилось. Главное участие, потому что я самоучка, и я думаю, что дети, которые занимались, победят. Безумное волнение, очень страшно, боюсь ошибиться, боюсь упасть. Вообще, с самого начала, с самого утра, как-то меня маленько потрясывало, но сейчас почему-то как-то все испарилось, не знаю почему. Наверное, потому что я думаю не о волнении, а потом, как передать чувства зрителям.
Эмоциональная отдача зрителей и поддержка родителей сотворили невозможное. Номинанты справились с волнением и показали достойные результаты. У меня были сложности попасть в ноты, потому что я первый раз выступаю с оркестром. Мне интересно поучаствовать, потому что участие – это лучше, чем победа. Мы уже все победили, кто здесь есть. Прошли отбор большой. Учитывая, что конкурс молодой, вот, я думаю, что все будет объективно. Это очень классно петь под живой оркестр, живой звук – это очень здорово. Мне этот конкурс дает опыт, и я понимаю, что мне дальше будет идти легче с этим конкурсом. Конечно, каждый родитель хочет увидеть в своем ребенке победителя, но даже если мы просто поучаствовали в таком хорошем конкурсе, престижном, мы благодарны. Как сложится дальнейшая творческая судьба лучших вокалистов Челябинской области, предугадать сложно. Но не оставляет сомнения то, что первые вершины ими уже преодолены. С магазином «Польская одежда» так легко создавать новые образы и выглядеть безупречно каждый день. «Польская одежда» на Соне Кривой 3. Клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Маммопластика. Пересадка волос. Блефаропластика. Липосакция. Ринопластика. Лазерное омоложение. «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Телефон 211-23-23. Информационный портал моя-новая-жизнь.рф. Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Диагностика, правильное питание, аппаратная и инъекционная косметология лица и тела, фитнес, тренажеры, танцевальные программы, позитивная психология. Дом эстетики и медицины «Формула». Мы делаем этот мир легче. Телефон 211-50-30. Вы смотрите «Beauty Time». Красивые подробности красивых событий в формате «No Comment» в завершении выпуска. Все выпуски Beauty Time, все сезоны Пластики Лайф, а также новости и анонсы модных событий – все это на сайте bt31tv.ru. А у меня все, до встречи. Стилисты проекта. Модный дом «Я», имидж-студия Елены Ивановой, дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук.